Магаданские полицейские наградили участников детских творческих конкурсов. В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Магаданской области совместно с представителями Общественного совета представили возможность для школьников проявить свои творческие таланты в трех направлениях. Более 20 ребят написали сочинения по теме «Мы – наследники Победы». В них описаны истории из жизни близких и родственников, принявших участие в военных действиях или внесших свой вклад в одержание победы над фашизмом. 17 детей поучаствовали в конкурсе рисунков «Великая Победа», изобразив открытки, скульптуры, шествие бессмертного полка и подобные тематические иллюстрации. Более 25 участников подготовили работы в конкурсе поделок «Полицейский дядя Степа». Я сделала скульптуру в виде дяди Степы, как он помогает людям, как вытащил он птицу из светофора. Мне понравилась эта идея, я посмотрела мультик. И мне очень понравилась идея, как он помог людям. Конкурс детского творчества стартовал весной. В нем состязались участники со всех округов Магаданской области, а также активно приняли участие коллективы Дворца детского юношеского творчества и Военно-спортивного технического центра «Подвиг». Победители получили грамоты и ценные призы.